Ребят, всем привет! Вы на канале Автодиагностика с нуля. И вчера приезжал ко мне клиент на Peugeot Partner и спрашивал, вопрос у него прозвучал один. Он обзвонил кучу электриков, диагностов, и все отказали ему в приеме, как бы. Отказали, то есть спросили, какой автомобиль, и сразу в отказ. Почему? И он мне задает вопрос, почему многие электрики не любят Citroën и Peugeot, то есть французов. Ответ очень прост. Я сейчас ставлю видео, да, и покажу, что в монтажном, что в салонном блоке, то есть BCM, BCI блоке, все реле там впаянные, понимаете? То есть, чтобы понять... Допустим, если у вас не работает звуковой сигнал, а у него не работал звуковой сигнал и не работал омыватель, вам надо понять, работает реле или нет. Ну, с одной стороны, его будет слышно, а с другой стороны, при нажатии его не было слышно, пока я не разобрал, не почистил контакты. Ну, визуально то, что мог я сделать, я осмотрел только плату. Визуально. Почистил контакты, промыл их, поставил, собрал все на место. Реле как бы начало срабатывать на омыватель, проверил питание. Питание поступает, и в итоге моторчик. Да, моторчик виноват. А вот на сигнал реле у меня не срабатывало, не щелкало. То есть, возможно, дело может быть в реле. Возможно. Либо нет его управления. Опять-таки, чтобы понять, где находится управление, нам надо как-то его подключить и проверить. То есть подать питание на эту плату, соответственно, определить, где управляющие контакты, где основные контакты. Вот. И поэтому многие просто отказываются от диагностики то же самое Renault, Peugeot, Citroën, потому что там все впаянное. Ну, особенно у Citroën и Peugeot. Получается, если у нас... Это у нас получается так, блок стоит вверх, этот предохранитель за омыватель, а этот за звуковой сигнал. Плюс у нас приходит, нас не замыкает как какой-то из этих трех реле.